Вот и пусть идут туда, мы пока... Знаешь, что это за муравейник у вас тут? Это вы и есть, да? Окей, ладно. Мы пока погуляем. Не знаю, куда нам идти вообще. Нет, давай пойдем в разоренную деревню все-таки сходим. Я, конечно, не питаю надежду, может быть, там есть еда. Там кто-то херачится. А это бомбингем какой-то и... А, это и есть бомбингем из избранной святой нации. Давай поможем ему. Сначала нам надо, конечно, вот так вот сделать. Эй, пупа, лупа, что за херня? Нападаем. Ну нихера зо мочит. Это как раз лупа вроде и стрелял. А ну, блин. Прям, я не знаю, история... Не про лупу и пупу, а про зо. И два неудачника тупо. Вставай. Все нормально, я тебя не трону. Эй, идите сюда. Вставай, ты чё? Бомбинген. Нормальное имя. Кинь его, а. Блин, если б не зо, нам было бы не очень хорошо. Вставай, задолбало. В чем вся проблема? Слушай, нам еда нужна. Хорош притворяться мертвый, блин. Может, с нами пойдешь, ехз? Вставай. Блин, пошли, короче, со мной тогда. О, там кто-то еще херачится. Это как раз святые нацки. Видать, они воюют, слушайте. Она, отпускай его. Ее, наверное, это он или она? Это ее просто ушатал, ты че? Аж без сознания теперь. Притворяется мертвым. Кто нахер? Он паладин святой нации. Замечательно, он нас ушатает всех. Кому он идет-то? Надо за ним проследовать. Подожди, где он? А, вот и он. О, они сейчас с самураями будут херачиться. Ну ты, конечно, охеренно решил, слышь? Самурай чертов. А где лупа-то? А, лупа вон дерется. Прекрасно. Пойдем лучше к лупе. А, там нацки пришли как раз. А хер ли вас так до хера там? Убегаем к черту оттуда. Не, мы не убегаем. Ну че, деремся тогда. Он тупо заспанился здесь, видели?
Эх, была бы у тебя одежда какая-нибудь, Зо. Ну и все, минус. Ну это встанет еще, кстати. Ушатали. Давай, вставай. Блин, пробежал кто-то мимо нас. Все, пошли отсюда. Да ну нахер! А, пусти ее. Небольшие травмы. Пошли отсюда к черту. Хера тут опасно. Да ты шутишь. Подожди, Зо в норме? Эх, блин. Дерьмо. Как-то нас быстро ушатали. Но лупа уже крепость 20, так что нормально. Блин, ну чё так долго? Мятежные фермеры тут, кстати. Комода поправки, нет! Мы же не выживем. Ну так поправляйся, лол. А, ну вот у нас лупа поправляется. Двадцать пять, двадцать четыре. Пупа и лупа поправляются, а Зо нет. Или Зо тоже поправляется. Да, Зо тоже поправляется. Все нормально. Ну вот мы пока поваляемся, пока у них там проблемы. Надо самураев будет собрать. Всякие вещи. Если они тут еще попадали, то мало ли. О, у них файт идет. Нет, тут самураи выигрывают числом чисто. Вот надо вот тогда этого челика будет взять. Что он творит? Он их один сейчас раскидает. Нахера он? О, надо будет его собрать. В ущелье лежит. А, вот здесь вот еще челики. Чего? Зо 600? А, это святая нация. У нас это... С нас сняли. Тут просто заспаунились, короче, самурая. Я понял. Самурай скаут. Мне это спаунится что-то. Почему-то. Не знаю. У них тут, видимо, какие-то боевые зоны. 24. 18. Давайте живее. Эй. Ты нормально все с тобой? У меня... Залатал. Нихера себе, за что? Он, видать, меня в рабство хотел взять обратно. А нет, спасибо. Давай вставай быстрее. Тебя же возьму сейчас в рабство, лол. Я не шучу. Ну, минус 3. Минус 2. Что за херня? Минус 1. Так, надо обобрать их, пупа. Так, на, держи. Как раз твое. Во, как раз тебе.
А это кто у нас? Паладин Святой Нации. Вот мы его заберем, пожалуй. Да блин. О, у него тут прям доспехи. Латы. Ну, такое на самом деле. О, рубашку возьми. Это Зо отдай. Но у него тут оружие нормальное. Блин. Ладно, пусть у него будет, я не знаю. Или вот так вот пока сделаем. Это закинем сюда. Это вот сюда ему. Рубач пупа. Сколько у нас стоит? 133. Ну, плохо. Но заберу. Все продать можно. Оставалось только подождать, пока пупа встанет. Ой, то есть лупа. Их еще... Их сложно перепутать, на самом деле. Блин, они херачатся тут прям. Отсюда надо сваливать как можно быстрее. Этот паря встал. Я в шоке. К порядку. Он меня ушатал! Ни хера себе, он меня вылечил потом. Он конченый. Я не шучу, он конченый. Вставай. Маскировка раскрыта. Какая еще маскировка? Я не хочу маскироваться. Маскировка Святая Нация. Да ну ее нахер. Просто продадим и все. Лупа встал. Наконец-то. Ну и все. Бери Зои и пошли отсюда. Может, мы наконец доберемся до чертовой разоренной деревни? О, да, мы доберемся. Че это за херня тут? А тут псы. Батай, раб. А, давайте сохранимся здесь. Не знаю, потому что нас ждет сейчас. Это будет сурово. Что ему помочь, я хз. Мы уже одному помогли, и это нихера вообще. Ладно, давайте поможем. Вообще, я бы только за радость так присоединился, если бы меня кто-то подлатал. Че, лупа, бери его. Пошли. Так, мы правильно идем? Правильно идем. Вот и она. Дай-ка сюда. Так, нам опять какой-то караван идет из этих челиков, видать. Не, это, кстати, какие-то... Какая-то шпана. Это песня. Теньгу. Рин. Мю. Малыш. Это они... Че они мне? Нормальные они, ребята-то? Ну, они просто рабы. Ладно, я понял. Бывшие, наверное. О, это еще что за покемоны? А, это союзные города. А, давайте зайдем, посмотрим, может тут что есть. Что-то, видать, тут ни хрена нет. Одни руины. Я, по крайней мере, ничего не вижу. Да нет тут ни хрена. В чем смысл? Блин. Это пес. Надо остерегаться всех их.
Ладно, что тогда, пойдем отсюда. Но куда? Так не в разоренную деревню, я думаю. А можно за того, что... Нет, не надо. Пойдем лучше отсюда к черту как-нибудь. Вот так вот. Правда, надо смотреть, кто где есть. Кто рядом, а кто нет. Мочалка. И что это за мочалка? Какая-то крепость, что ли? Ну, пойдем посмотрим на нее. А, это форт какой-то. Окей, ладно, давай сюда. Я надеюсь, это нормальное место. А, да, это нормальное место. Тут бутылка от рома. Это, походу, какое-то заброшенное место. Подожди, скинь ее. Она, наверное, в норме. Нет, пока не в норме. Окей, ладно. Ты нормально? Не, он не нормально, ладно. Так, и что тут? О, устроим материалы, медь. Ну-ка, подожди, тут что? Листы. Во, это нормально, это пригодится. Еда-то есть? 5 строим материалы. Не нужно нам это. Подожди, тут еще. Так, испорченная книга, чашка, кожа понадобится. Кожа точно нормально. Тут стройматериалы еще одни. Топливо. Топливо можно взять. Медь. Все, что хорошо стоит, забираем. Кукла? Она ничего не стоит. Ее не продашь. Так, медь забираем. И, наверное, железный лист. Нет, не сможет поднять. Тут ничего нет вроде, да, уже? Сколько он стоит? Ну, такой себе. Ладно, что там еще есть? Чашка, бутылка от Трома. Надо, знаете что, надо этого парня... поднять и посадить его в клетку. О, вот сюда еще надо зайти. Так, подожди, а тут есть что-нибудь? Не, ну тут можно посадить, в принципе, этого челика и отправиться дальше. Подожди. Посадить. Ну вот. Да не зо, лол. Я опять перепутал пупу с лупой. Поднимай ее. Да не... Все, нормально, пошли. Удачи там восстановиться тебе. И все дела. Я за едой пошел. Так, тут ни хрена нет. Вот тут может есть. Что это такое? Кто-то рычит. О, тут кто-то есть, смотри.
У меня же городская натура, не скитальская. Мои дни сочтены. Вы кто, ребят? Эх. Да, блин, в смысле не можешь? Ну, скинь эту херню, она не стоит нихера. А, это бутылка от Ромы. Это не Ром. Святой нагрудник. Они тут живут или что? Еще одна разоренная деревня. Да, охренеть. Ну тут ни хрена нет у них. Ну, я так понимаю, это коренные жильцы. О, за них, кстати, награда. Зо. Зо в порядке, кстати, надо ее опускать. Так, ну что, файтимся? Черт этих фермеров. Нормально, один есть. Не, слушай. Где твои... Где твой... Подожди. А, тьфу, лол. Я что-то подумал, где твой арбалет, хотел сказать. Щелкнул на лупу. Пусть этот херачит... Да, вот этой херней. Она сама упала. Бэк! Все, хорош. И что у них тут? Эта девица что? Доспех какой-то. Ну, одежда не помешает. Какая-никакая. А, кстати, сандальки-то я забыл забрать. Какая тревога, лол, да о чем? Давай, валяйся там. Ну и все. Вдвоем так уложили. Так. Окей, а УЗО есть? УЗО нет. Ну вот так вот как-то. УЗО вообще ничего нет. Пусть она хотя бы в этой одежде ходит. Во, нормально, прекрасно выглядит. А, пойдем отсюда. Нарушает закон? Серьезно? Эти фермеры, наверное, за меня награду еще поставят. Стенация. Срок 1 час. Окей, ладно, погнали. Не знаю, что забрать-то можно. Нагрудник, железо. Я к черту не буду. А, вот здесь может что-то есть. Да стой ты. Не, ни хрена. Пойдем тогда к черту отсюда. Какие-то тут странные стены. Пойдем тогда еще в разоренную деревню посмотрим. Она здесь где-то. Но тут эти ребята, конечно.